22 новые школы появятся в Алматы в следующем году. Учебные заведения почти на 40 тысяч ученических мест построят в рамках реализации национального проекта «Комфортная школа». Учреждения оснастят новейшим современным технологическим оборудованием. Увеличение количества объектов образования позволит решить проблему трехсменного обучения и устранить дефицит ученических мест. Подробнее в материале Алии Абитовой. Общеобразовательная школа номер 97 была построена несколько десятков лет назад. В 2021 году здание признали аварийным. Стены были в трещинах, пол просевший, а трубы прогнили. В октябре здесь начали строительные работы, чтобы превратить старое здание в новую комфортную школу со значительным увеличением площади. Здание планируется сдать в эксплуатацию уже в июле этого года. Строительство школы на строгом контроле. Я сама все время сюда приезжаю. Особенно в этом году алматинцы испытали 2 сильных землетрясения. И после них, когда я пришла сюда, увидела, что все на своем месте, никаких нарушений и разрушений не было. Новая школа будет состоять из 3 этажей. В здании предусмотрены все необходимые условия для удобного передвижения особенных детей, включая специальные туалетные комнаты, пандусы и лифты. А также будут оборудованы кабинеты инклюзивного образования. У учеников будут собственные шкафчики для хранения собственных вещей. Площадь комфортных школ на 15-20% превышает размер обычных общеобразовательных школ. А техническое оснащение увеличится в 4 раза. Предметных кабинетов будет больше. В комфортных школах оборудуют от 2 до 4 спортзалов. Строительство этой школы и еще 21 объекта образования планируется завершить к 2025 году. Новые учебные заведения будут отвечать всем современным требованиям. Алмалы, Ауэзов. В Алмалинском, Ауэзовском, Житесузском и Медеевском районах имеется по одной школе. Каждая школа рассчитана от 1,5 до 2 тысяч учащихся. Наибольшее количество школ планируется построить в Алатауском районе 6 школ, в Наурзбайском районе 5 школ, в Боснандыкском 3 школы, в Турксибском 4. Напомню, национальный проект «Комфортная школа» в стране стартовал в 2023 году. До 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест. Алия Абитова, Медет Саматулла, телеканал «Алматы».